салат из вареных куриных сердец. Они еще варятся чуть-чуть. Можно из любых сердечек, даже из свиного сердца, но там немножко вкус будет другой, так нежнее из птички. Вареное сердце, зелень. Ну, у меня кинза. Ну, можно, в принципе, любой зелень. Если нет ее, можно без нее. И лук. У меня тут три сорта. Белый, красный и шалот. Можно, в принципе, это не принципиально. Лук сейчас порежу и замариную. Красный очень красиво смотрится в блюде. Соотношение лука и сердец каждый выбирает самостоятельно. Ну, у меня, наверное, это будет один к одному, а возможно, даже лука будет больше. Лук маринуем очень легко. Я делаю это прямо на досточке. Вот так вот. Приоткрываю крышечку. Немножко уксуса. Немножко соли и немножко сахара. Все на вкус. Ну, как обычно это делают хозяйки. И потом руками, ну, конечно, чистыми руками. Кто не хочет руками, может это делать в какой-нибудь емкости. Но так лучше сок отдает лук, мне кажется. Он так сейчас чуть-чуть полежит, я его перемешаю и легко промаринуется. Можете попробовать на вкус соотношение соли, сахара и кислоты. Вот теперь я достала сердечки. Варились они после закипания. Сердечки маленькие, минут 15, наверное. Возможно, 10. Но они совершенно готовы. Сердечки можно, я уже говорила, индюшиные, или даже свиное, либо говяжье, неважно. Но сердечки птичьи, они нежнее по вкусу, так что здесь на любителя. Вот я каждый из них разрезаю пополам, и потом буду резать дольками. Вот такими долечками режем. Да, свободной форме режем. Кому как нравится, так и режем. Кто любит покрупнее, может, пожалуйста, оставить половинки. Все равно он съедается за раз. Вот так вот. Вот такое количество получилось. Сейчас мы это все смешаем и добавим сметану. Сметана домашняя. Добавляю 2-3 ложечки. Ну, вот будет мне что покушать. Вкусняшка. Как говорится, маслом кашу не испортишь, сметаной салат тоже. Вот. Соли добавлять, в принципе, наверное, больше не нужно. Сердечки варились в подсоленной воде. Ну и лук мариновался. То же самое. Соль, сахар. Ну, в принципе, все по вкусу. Пробуется. Если недостаточно, добавляется. Некоторые иногда сюда добавляют соленые огурчики. Ну, тут уже вариации. Кто во что горазд, как хочет. Это на усмотрение хозяйки. Салатик я размешала, попробовала. Он удивительно вкусный. Я не буду сюда больше ничего добавлять, потому что здесь достаточно всех. И соли, и сахара, и уксуса. Вот, ну, кто любит с майонезом, делает с майонезом. Я не люблю. Хотя это несложно. Приятного аппетита. Надеюсь, рецепт кому-то понравится. Вот.